Привет, ребятки, вы вновь на просторах развлекательного канала «Помидорка за решеткой». Меня зовут Бакшти Дмитрий, и сегодня мы с ребятами из Помзерком получили небольшие ништячки от компании MaskMe. Ништяки эти посвящены Майнкрафту, давайте я вам их покажу. Имеются вот такие вот брюлички, на одном изображен крипер, а на другом алмаз из мира Майнкрафт. Плюшевая подушка крипер и плюшевый эндермен. Еще один представитель криперов Назирос плюшевый. Также прислали вот такие вот алмазные и железные мечи. Очень крутые. А также куча-куча разноцветных очков. Белые, красные, зеленые, синие, желтые. Эти все ништяки чисто для нас. Но компания MaskMe готова будет разыграть нечто подобное и для вас. Однако требуется ваша помощь. Наберем 2000 лайков под этим роликом, и они раздадут подарочки победителям конкурса, которого мы подготавливаем. Поэтому не ленимся, ставим пальцы вверх, оставляем комментарии и ждем ништяковые конкурсы. Всем спасибо за просмотр, всем пока. И да, канал упал только в одну рекламу, все для себя, ничего для людей, мы ведь не делимся с вами, ага.